Ваня Зубарева с монологом Пеппи и тетя Лаура. Как вы себя чувствуете, дорогая тетя Лаура? Говорите, что не важно? Ой, вы стали точь в точь, как моя бабушка. Она тоже вдруг стала очень нервной и тоже волновалась по самым пустякам. Вот, к примеру, шла она как-то по улице, и вдруг ей на голову упал кирпич. Ей бы идти спокойно дальше, а она начала кричать, прыгать, метаться и подняла такой шум, что можно было подумать, будто случилось несчастье. Или еще другой случай. Как-то раз она пошла с папой на бал, и там они танцевали танго. Папа мой очень сильный, и он как-то случайно так толкнул бабушку, что она перелетела через весь зал и наскочила на контрабас. И что вы думаете, она сохранила спокойствие? Нет, опять принялась орать, метаться и подняла такой тарарам, что папа пришлось взять ее за шиворот и высунуть в окно, чтобы она отдышалась, успокоилась и перестала нервничать. Но и это не помогло. Бабушка не унималась и вопила, как оглашенная: «Тащи меня назад! Тащи меня назад!» И, конечно, папа выполнил этот каприз. Не швырять же с пятого этажа на улицу. Сами понимаете, это не было бы ей приятно. Но папа понял, что не так просто отучить старуху капризничать из-за пустяков. И очень огорчился. Да, что и говорить, трудно иметь дело с людьми, у которых нервы пошаливают. Я надеюсь, тетя Лаура, что скоро вы почувствуете себя лучше. Но для этого надо принимать успокаивающие средства. Например, лисий яд. Раз в день по столовой ложке. Лучшего средства нет на свете. Это я вам говорю. После того, как бабушка начала глотать лисий яд, она 5 месяцев сидела, не шелохнувшись и не вымолвила ни слова. Стала тихая, как мышка. Одним словом, совсем поправилась. И что бы ни случалось, она уже больше не шумела и не кричала. Хоть сотни кирпичей падей на голову, она и с места не сдвинется. Так что я уверена, что и вы, тетя Лаура, поправитесь.